Торнадо Энерджи! Противник уничтожен. 2 damage. Здарова всем, ребят! В этом видосе я расскажу вам про ИС-2, экранированный, он у вас сейчас на экране. И я обычно готовлюсь к различным видосам, и это видео будет не исключением. Единственное, что, ну, надо понимать, что я беру информацию из открытых источников, и, соответственно, сам по себе не являюсь каким-то глубоким историком или танковым историком, уж тем более. В общем, на супертест вышел танк ИС-2 экранированный. И, соответственно, он у вас сейчас на экранах, вы его можете разглядеть, пока я вам его показываю. Я вам расскажу немножечко историю появления подобных танков. Дело в том, что под конец уже Второй мировой войны, когда основные баталии происходили в городах, да, и очень много фотографий можно найти вот подобных экранированных ИСов при взятии Берлина. Ну, хотя, на самом деле, когда я сказал много фотографий, я, конечно, загнул, дай бог, парочку наберете, и уж тем более ни с каких ракурсов вы их красивых не найдете. Так вот, ребят, под конец войны очень было много танковых сражений в городе, и несли огромные танковые потери, больше половины танков уничтожались из гранат фауст-патронов, соответственно. Поэтому танкисты пытались защитить себя от кумулятивной струи как только могли. На танки надевали все, начиная от кроватей каких-то найденных, да, заканчивая кусками подбитых танков, там какими-то щитами с танков. В общем, обваривали танки по максимуму. И когда кумулятивная граната, вот эта вот фауст-патрон, попадала в непосредственный экран, она его просто в клочья разносила, но при этом срабатывала на нем, и кумулятивная струя, пройдя через, по воздуху, грубо говоря, да, оставляла в броне танка небольшую оплавленную воронку, которую танкисты, которые ежедневно смотрели в глаза смерти, да, с юмором называли «засос ведьмы». По крайней мере, вот такую вот интересную информацию мне удалось найти в интернете. Вы стали немножечко мудрее, потому что, я уверен, многие из вас этого не знали. Ну и, соответственно, я думаю, вы подписочку на канал уже оформили и лайкосик прожали. А я начинаю рассказывать про этот танчик. По сути, этот танчик является аналогом ИСа 2. Если мы посмотрим на характеристики орудия, здесь все один в один. 390 альфа, 175 пробития, 217 подкалиберной голдой. Все это мы уже отлично знаем, но и надо понимать, что это первая итерация теста. И когда мы с вами уже через какое-то время снова посмотрим на этот танк, на нем уже будут текстурки, потому что сейчас это голая моделька, она даже еще не закончена. Характеристики, скорее всего, поменяются, но если мы взглянем на характеристики, мы увидим, что за счет того, что танк обшит экранами, обзор его ухудшен на 10 метров и составляет 340 метров по отношению к обычному ИСу второму. Его максимальная скорость составляет 30 км в час по отношению к 34 км в час у обычного ИСа 2, то есть он стал чуть медленнее, а удельная мощность снизилась, ну, буквально самую малость. То есть чуть-чуть он помедленнее, чем обычный ИС 2. Что же касается орудия, башни здесь по броне все одинаково. Единственное, что скорость поворота башни немножечко снижена. Опять же, наверное, за счет того, что она перетяжелена вот этими вот наваренными экранами. В общем-то, все отличия. Я могу вам кратко показать броню этого танка. Вы увидите, что она ничем не отличается от обычного ИСа. И вот эти экраны в данный момент представляют собой защиту 5-миллиметровую. Все экраны по 5 мм. Возможно, в будущем эти экраны как-то будут переработаны. Ну и, ребят, наверное, понятное дело, что какой-то супер-пупер брони эти экраны не дают, хотя от арты, от фугасов и от кумулятивов здесь достаточно большие площади прикрыты. Ну и, наверное, визуально мешать выцеливать слабые зоны у танка, да, эти экраны тоже будут как-то мешать, особенно если он будет пытаться как-то от угла здания танковать. Исходя из всего вышеперечисленного, я могу предположить, опять лишь, ребята, это мое предположение, что так как эти танки зачастую применялись при взятии Берлина и других городов, вероятнее всего это будет новый премиумный танк, советский, 7 уровня, ко Дню Победы. То есть на майских праздниках, к 9 мая, мы этот танчик, вероятнее всего, увидим либо в премиум-магазине,
либо на него будет какой-то марафон, чего мне бы действительно хотелось, потому что, ну, по сути, это тот же из второй, и покупать еще один прем такой же я себе бы не стал, а вот в марафончике ради него поучаствовал бы. Я надеюсь, Картоха меня сейчас услышит и как-то там для себя сделает пометочку. Если вы со мной согласны, что на этот танк лучше было бы провести какой-то тематический марафон, нежели просто выкатить его в премиум-магазин. Если вы со мной согласны, ставьте лайк этому видео. А у меня на сегодня все. Пока-пока.